Всем привет! Не так давно ко мне обратилась компания Академия IT-ДМС с обратной связью, чтобы я оставил видеоотзыв о пройденном у них обучении. Значит, несмотря на то, что обучение я закончил больше 3 лет назад, я согласился. Почему чуть позже? Сразу оговорюсь, я не оратор, текст я обдумал и записал и готовил заранее, так что сомнение, что я это не я, в сторону. Итак, по порядку. Меня зовут Геннадий. На данный момент я нахожусь на испытательном сроке в IT-подразделении одной из госкорпораций России. Так получилось, что перерыв в работе IT в сфере у меня был довольно значительным, аж 8 лет. И все бы ничего, но мой работодатель решил экономить на обученных кадрах и массово приступил к сокращениям. И тут стал вопрос. Есть хочешь? Я это... Что? Опять? Не, ты это... Есть хочешь? Я принял решение обратно вернуться в IT. Однако с момента моего ухода из IT, по меркам IT, прошла целая вечность. Вот что пишут по этому поводу на Хабре в статье под названием «Не выжившие в IT». Цитата. «Войти в IT за рабочий день крайне сложно, если только слегка наступить левой пяткой. Слишком много надо учиться. Тут без шуток и бравады информации безумно много, а новое появляется быстрее, чем вы старую изучите. И это информация, которую надо постоянно изучать». Конец цитаты. Однако актуальный вопрос «Есть хочешь?» меня заставил пройти несколько курсов повышения квалификации. Подчеркиваю, несколько курсов. И закрепив теорию на практике, оказалось, что хоть и возрастом я древний, и годов мне не счесть, но зато в любой деревне 2-3 вакансии точно есть. Это я перефразировал стихи Владимира Семеновича Высоцкого. Итак, одним из курсов повышения квалификации я выбрал курс «Сетевой инженер» в Академии IT-ДМС. И не прогадал. На собеседовании в организацию, в которую меня пригласили, цискарь не требовался. Однако больше половины вопросов касалось именно этого курса. Результат собеседования был положительный. Но в знак благодарности я отснял вот это видео. Однако были и другие курсы, к которым я обращался. К примеру, также больше 3 лет назад я был в учебном центре Advanced Training. От их лекций у меня мало что отложилось. Да и никакой бумажки, что обучался, не получил. А вот на сертификат Академии IT-ДМС, который я положил на стол в качестве козыря, мой бывший, будущий, на тот момент директор, обратил внимание. И это позволило мне войти в IT. Это был мой выбор. Всем удачи!